Ничего себе! Сколько здесь всякого разного! Это еще не все. За углом еще два зала есть. Я здесь все знаю. Здесь раньше моя Лика работала. Значит так, детки, план такой. Вы набираете себе счастье столько, сколько помещается в ваших корзинках. Значит, смотрите, здесь у нас игрушки, а конфеты чуть дальше. Какие будут пожелания? А куклу можно и косметику? Какую еще косметику? Можно все. Вперед! Что это за дети? Я так поняла, детдомовские. Видишь, какие они счастливые. Спасибо тебе. Вот акция, это дорого стоит. Аня! Что тут происходит? Это Борис Петрович их привел и сказал им брать все, что они захотят. Я, кстати, хотела спросить, как мне это по кассе проводить.